23 ноября 2022 года, Беларусь, Минская область. Как вы видите, снега в лесу очень много, однако, а грибочки-то есть. Вот они стоят, красавчики какие, а? Ух ты, да какие, да на каких они ногах. Вот они, поворачиваемся немного левее. Как вам такие сборы в столь поздний период? Вот такие грибочки. Красивые, естественные заморозки.